Анатолий Эдуардович, здравствуйте. Я горда тем, что я вот здесь и участвую в таком большом деле. Вот такой у меня вопрос. Я думаю, все здесь собравшиеся уже понимают, что мы делаем такое, как бы для планеты, спасаем планету, и наши дети и внуки будут жить, ну, в этом мире, да, то, что изменит SkyWay. Но вот мы ехали сюда, и у меня был разговор с моим партнером в автобусе уже. Я говорю, я вот мечтаю в линейном городе пожить. Она говорит, ну ты что, вот я это внуки, и там дети, да, но ты-то сама куда уж это, мы до этого не доживем, да. Я говорю, ну я спрашиваю Анатолия Эдуардовича, Анатолий Эдуардович, а вот только вы не спрашиваете, сколько мне лет, да, а вот вы ответьте, вот через сколько лет будет вот линейный город, ну а я уже сама запланирую, как я, ну, буду жить до этого времени. В котором вот мы сможем, вот реальные люди здесь могли бы пожить. Дело в том, что первый образец линейного города – это вот здесь. Вот представьте, что там кластер, дистанция, и там пешеходная доступность. И там кластер. Мы уже что-то сделаем. Вот он первый образец линейного города, который мы начнем показывать. И потом они будут строиться по всему миру. И я вспоминаю встречу с замгенерального секретаря ООН Клаус Топфер. Это был 2000 год в Мальмё, Швеция. Я получал два гранта Организации Объединенных Наций, и они, оба гранта, были как раз на использование струнного транспорта для развития устойчивых городов. Именно там, первый грант, это 1998 год был, а второй 2002 год, я описал как раз структуру линейных городов. И Клаус Топфер, который был до этого министром транспорта и инфраструктуры Объединенной Германии, сказал, что у вас такой классный проект. И сказал, что через 30 лет, то есть это 2030 году, на планете будет население городов увеличиться на 3 миллиарда человек. Для этих людей куда они пойдут жить? В мегаполисы, в большие города. В Лондон, Нью-Йорк, да, Москву, Токио, там, Лос-Анджелес, можно бесконечно перечислять. И для этих людей там нет ни работы, ни жилья, ни больниц, для их детей нет школ, да, и они полезут, и там будут там жить, и будут жить в лачугах, так, будут дышать этим смогом, да, но ваш проект может это изменить ситуацию, можно жить в линейных городах, и это нужно для развивающихся стран в первую очередь, знаете, что он потом сказал, покажите это, и тогда мы начнем через Организацию Объединенных Наций это все реализовывать, продвигать. Поэтому задача, когда мы покажем, тогда и пойдет. Не покажем, это останется на бумаге и на уровне разговоров, понимаете? А это и от вас зависит. Микрофон поэтому номер... это скоро. Нет, ну, я думаю, первый линейный город можно строить там через года, если взять Индию, то, я думаю, через 2-3 года уже можно строить. Индия готова, а вот Россия или она не готова, например, к этому?